Ребята, еще раз всем привет. О кисточках, о краске. Насколько хватает кисточки корона для краски, например, матовой? Для матовой краски хватает где-то на месяца 4 до полгода. Но после этого времени я использую корона, вот старая кисточка, видите, для того, чтобы отмести пыль. Где-то. Но перед тем, как использовать ее для пыли, я еще использую для матовой краски для потолка. То есть она еще уходит где-то на месяца 3 на потолок. Потому что когда вводишь потолок, перед тем, как красить стены, сперва потолок красится, то мы используем старую кисточку. Там погнал, там нету такого, чтобы все идеально. Вот так. Так что у кисточки корона три жизни. Первая жизнь нормальная. Даже, первую мы новенькую используем для, чтобы покрасить плинтуса. Вот. Анжелика, первую новенькую, потому что она идеально режет. То есть плинтуса, видите, мы чуть-чуть заходим на плинтуса, ничего страшного. И чуть-чуть бывают капельки где-то со стены. Это не страшно. В конце красится финишный раз. Плинтуса кисточкой. Вот потому мы не используем скотч ни внизу, ни наверху. А если так посмотреть вот на этот дом, даже на эту комнату, вот скотч. Скотч, скотч, скотч. Пошел скотч вокруг окна, вокруг дверей. Скотч, скотч, скотч. Это километры скотча, вы можете представить. Один blue tape стоит у нас в среднем там 6-10 долларов. На такую комнату уйдет $10 только на скотч. А кисточка стоит, ну пускай 25, ну пускай $30. Отличная кисточка. Вот и посчитайте. Так что у кисточки корона 4 жизни. Первая жизнь — это на дерево мы используем. Вторая жизнь — это на стены, обводка стен. И третья жизнь — это на потолок. И еще. Еще. А, четвертое, да, вот на Duster Brush. Duster Brush. Перевод пылесметка. И еще, ухаживайте хорошо за кисточкой. Точно как за своими волосами. Вы сперва... Волосами, да. Анжелика подсказывает. Вы... так, сейчас, секундочку. Телефон не самонастраивается. Вот так. Вы ее помыли хорошо. Взяли железную брашку. Ну, то есть... По металлу эту, как ее, с головы вылетело. Браш, metal brush. И вы ее счистили от краски, хорошо помыли с жидким мылом. 2-3 раза это я ее мою, там, наверное, минут 10-15. Но ничего страшного. Потом в конце я просто разгладываю. И самое главное, ребята, никогда в жизни... Вот вы, никогда в жизни вот эту коробочку не выбрасывайте. Есть специальные пластиковые, я потом расскажу о пластиковых таких коробочках для кистей, для, чтобы их беречь и использовать. Кисти — это, ну, точности как для художника, для маляра то же самое. То есть вы туда аккуратненько ее после того, как высохло, прячете, и она вам служит долгие года. А тем более, если взять тот объем, который вы красите, по сравнению с моим объемом в 10 раз больше, то вам хватит кисточки корона на целый год. А может и больше. Ухаживайте, все. Да, но если вы используете не вот такую матовую краску, а Altmate, какую-то Strong краску, вам хватит где-то на месяца 3. Не хватает кисточки Regal Altmate на 3 месяца. Она сильно забивается и становится жесткой. Ей тяжело потом обводить. Еще, насколько хватает, например, самого валика. Валика хватает где-то на 25 литров краски. Я потом выбрасываю его. Где-то валяется здесь валики. Короче, после того, как мыть валик, он... Все равно не тот уже и не та фактура на стене. Вот так. Что еще?
Ну, на разливе. Сегодня Анжелика будет на разливе, да. Ниагарское вино. Я купил ниагарское вино в Канаде. В принципе, сегодня Good Friday. Это перед Рождеством. О, Рождеством говорю. Праздник. Анжелика, как перевести Good Friday? Ну, церковный праздник, католический. Распятие Иисуса Христа. Вот. Эти, ну, блин, голова. Знаете, вот, честно говоря, вот путаются, бывают английские слова с русскоязычными и украинскими, и тут, блин, и польские. Взагалі тут у нас повністю всі країни, які розмовляють на різних мовах, і всім все пофіг, всі добрі, всі гарні, всі дуже дружні. Ну, не знаю, на моєму шляху всі дружні зустрічалися. В общем, перейшов на русский. Дякую за перегляди. Всім всього хорошого, ребята. Всім удачі, спрашивайте. Всім приятних вихідних і привіт з Канади. Всім добра і удачі в житті.